Полотенцесушитель, кроме своей основной функции, которая заложена в его названии, сушка полотенец предназначен еще и для обогрева ванной комнаты, предотвращения появления конденсата и плесени в межплиточных швах, а также является неотъемлемым элементом интерьера ванной комнаты. Именно поэтому множество людей задается вопросом, а как же правильно подобрать полотенцесушитель для своего дома? При выборе полотенцесушителя необходимо определиться с видом полотенцесушителя – водяной или электрический. Знать тип подключения. В случае с водяным полотенцесушителем – боковое или нижнее. Учитывать площадь комнаты и ее размеры. Важно учитывать и количество членов семьи, то есть сколько в ванной комнате будет находиться полотенец. Наполнение ванной комнаты. Здесь важно подобрать правильное сочетание. Например, квадратные трубы полотенцесушителя гармонируют с квадратными смесителями, душевыми стойками и тому подобными деталями. Интерьер ванной комнаты, то есть те дизайнерские идеи, которые уже реализованы или планируется воплотить в жизнь. Водяные полотенцесушители. Обогрев происходит за счет горячей воды, которая проходит по прибору. Для этого изделие подключают к системе централизованного горячего водоснабжения. Устройства, подключаемые к горячему водоснабжению, работают круглый год, за исключением летнего периода, когда проводятся профилактические и ремонтные работы. Если дома нет проблем с горячей водой, эта разновидность станет отличным решением. Электрические. Питание полотенцесушителя производится от электричества. Именно поэтому устройством можно пользоваться в любое время по мере необходимости. Мощность таких приборов от 30 до 180 Вт. Они не требуют каких-то специальных монтажных работ. Достаточно обычной розетки. Кстати, подключение к электроснабжению можно сделать скрытным, без лишних проводов. Существует две разновидности электрических полотенцесушителей. Жидкий ТЭН. В трубах находится теплоноситель, который нагревается от ТЭНа. И сухой ТЭН. Внутри расположен нагревающий кабель, который и вырабатывает тепло. Эти полотенцесушители считаются более надежными и долговечными. Электрические полотенцесушители можно устанавливать не только в ванной, но и в других помещениях, требующих обогрева. На балконах, кладовках, холодных комнатах и так далее. Подобные модели оборудуют дополнительными удобными функциями, такими как термостат и таймер. Термостат позволяет установить желаемую температуру, и аппарат будет поддерживать ее, не остывая и не перегреваясь. Таймер дает возможность определить параметры включения и выключения, автоматизируя временные сроки функционирования работы полотенцесушителя. Важно знать, на какой высоте от пола обычно размещают полотенцесушитель. На любой, с учетом заведенных коммуникаций и удобством пользования. Но компания «Терминус» рекомендует размещать стандартные полотенцесушители типа «Лесенка», где размер от 800 до 1000 мм на расстоянии 900 мм от пола. Если вы уточнили вид полотенцесушителя, знаете тип подключения, количество потенциальных пользователей, а также размер и площадь ванной комнаты, то можно переходить к выбору конкретной модели. Удачной покупки!